Ama daha sadece sonra. Zeytinyağı kullanamayız ki. Çiçeğe de gerek yok. Привет, привет всем, мои хорошие. Мы с мужем в продуктовом магазине Migros. Так как он... Çekirdek istiyor mu alayım sana? Yok, istemiyorum. Так и все, что дома было, попортилось, я повыбрасывала. Ну, можно сказать, пусто. Овощи и фрукты мы купили на рынке. И сейчас будем смотреть, что брать домой. Вкусненькое, вкусненькое покушать. Дети спали, остались дома, естественно. Так. Я вам немножко поснимаю. Я здесь вела раньше съемку. Это огромный магазин. Глаза разбегаются, что брать не знаешь, честно. Это приправы здесь все кноровские, всякие разные. Супы, приправы, кетчупы, майонез и макарошки. Так, гречка 500 грамм, 12,50. Это что, интересно? Я это не знаю. Амарант, извиняюсь. Амарант написано. Не знаю, честно. Чего не знаю, того не знаю. Новое. Он не? Мерджимик варевде. Алма. Куда булгур? Я люблю булгур, пшеница. Bu aynı bulgur mu? He? Esmer, siyah şey. Bulgur. Ama tadı aynı mı? Bu da çömni bulgur. Sen yemedin mi onu? Bu ne? Hazır mı? Karışık. Gördün mü? Yok, karışık ha. Bulgur. Başlar, kendi karışık, daha sağlıklı. Her şey karışık. Koruyucu, koruyucu. Tam все, перемешку. Так, макарон. Где? Нерли макарон? Вон нормал? Пельмемки. Анкара. Анкара гюзель. Анкара алалым. Это хорошие макароны. И китаны был. Анкара считается хорошей маркой. Гертани, был Гертани парк. Йо, ду. Алдюрмки, чик. Тамам. Мы любители макаронов. Макарна сверс. Тамам. Макарна интер. Так, тык. Балу алайым мы? Getireyim mi? Erim getirmişsin. Yok. Бал getirim. Кстати, от Белидье, от администрации я получила молоко. Козье молоко на двоих деток. Каждую неделю, говорит, будут приносить. Сладости местные. Вот это все я не люблю. Выглядит красиво, все так блестит, но... Не люблю. Особенно их вот эти вот тортики не люблю. Рыба. Даже запах не люблю ее, но что поделаешь. Чуджуклара балыкал. Кемексис. Я говорю, чтобы детям выбрал. Эвит кзарчас. Ama kemiksiz olsun. Здесь куриная, по-моему, продукция. Ребрышки. Yeter, yeter. Честно сказать, не вызывает доверия. Вот это все у меня. Не знаю, почему. Как-то все, ну... Куриную продукцию я беру в другом магазине, который возле дома.
Овощи, фрукты здесь дороже. Мы были сегодня на рынке. Сейчас, если я вспомню цены, картофель стоил 2 лиры. Здесь лира 97. Здесь можешь выбирать. На рынке выбирать, крайней мере, на нашем не дают. Так, ну картофель, видите, да, на 3 круша дешевле. Яблоки были по 2,50, 4 разных сорта, все 4 разные сорта я взяла. Виноград был разный, от 3 лир начиная до 6, здесь в принципе такая же цена. 5,5-6. Что еще? Баклажаны, по-моему, были 3 лиры стоили, и огурцы 3. Помидоры разные были. Тогда здесь помидоры 3,95, там можно было по 1,5-2 лиры купить. 1 лира на сегодняшний день вроде 11 рублей, я сейчас врать не хочу. Чуджуклара эт сэч? Эт. Чуджуклара чейн? Дана. Мясная продукция. 64, 66, 60 лир килограмм. 60 лир это 600 чем-то, около 700 рублей. Чего только здесь нет. Это все сыры. Смотрите, да? Там амчок алма. Бозу ее чинки. Тогда конца это все сыр. Сейчас я покажу. Чего только нет, какого только нет. Цены, например, 32 лиры, здесь есть и по 18 лир, 40 лир, ой, что за сыр 52-53 лиры, эзине пейнир, странно, буние букадар палы, не варки бурда, без ангиси алды, все алды. Аня, дым? Мы там Аня. Аня, мы тоже это же взяли. Не фарк варки? Инек фалан олабиш. Бу 40, месела. Бу 53. Сяк, чей олабиш? Там я. Бу серт. Бу да. Йо, бу да юмушак. Бак, вы чок юмушак, если. Бельме. Даже он не может понять разницу, я тем более не знаю. Это тоже все сыры. Сыры, творог. Хай. А, один коровий, другой перемешка. Фаргет. Один коровий, другой барашка, кози и все перемешку. Там готовая еда, не хочу ее снимать. Туба. А бен не стерм блемсун? Сен блесун бен не северм. Буне. Корица. Kahve mi? Yok, ben de bu kahve değil. Kahve ya. Karitsa yersin, tamam. Bak, çocuklara bundan eline verip yitirebilir. Bu çekirdeksiz, değil mi? O çekirdekli. Çekirdeksiz biraz al bunu. Bakar mısın? Я люблю. И то, что я люблю, я на витрине никогда не нахожу. А, лукум. Все, сейчас возьму лукум. Я давно не ела лукум, уже месяца 3-4.
Я в Махачкалу, кстати, отвозила лукум на подарки туда-сюда.